Каникулы на озере теперь могут быть не только летними. В Емельяновском районе около Семиратского озера заработает сразу несколько лыжных трасс, как любительских, так и профессиональных. Все они будут освещены и постоянно обслуживаться. Есть также места для переодевания, прокат снаряжения и павильоны, в которых можно погреться. Километровая трасса уже готова. Вот вторая, профессиональная, в 25 километров длиной и 9 метров шириной, только в стадии разработки. Проект одобрило краевое правительство. Открытие комплекса назначено на 3 января. В этой части, вот говорят, где-то недалеко есть трасса, там очень много народу, там, да, и машин куча. Ну, почему здесь не сделать, тем более в зиму, когда есть такие габариты, такие объемы. Это, я только рад и только за, чтобы приезжали сюда и занимались активным образом жизни. Коньки впереди, лыжи уже сегодня стартан. С 3 января мы готовы уже принимать гостей, детей, каникулы. Вот. Ну и желающие взрослые могут приехать. Поэтому я думаю, что комплекс отдыха заработает с сегодняшнего дня уже круглый год.